почему направили, почему повестка пришла. Работаете в России? Да. Ну, платим деньги вам, благодаря нам вы живете. Так получается? Я не знаю. Семья здесь? Да, семья. Жена? Я здесь женился, да, ну, я здесь проживаю. Вот, надо защищать ее. А как вы хотели? Как вы хотели? Я не могу просто понять, от чего я должен защищать. Послушайте, вы, блядь, приехали к нам в страну, забрали рабочие места. А когда нужна помощь ваша, вы все поете, что вы не местные. Так не получится, так не пойдет. Вы думаете, сильно умная? Я не являюсь гражданином. Заканчивайте эти разговоры. Надо служить, президент издал указ, все, точка. Другого ничего вы от меня не услышите. Становитесь на учет, вне зависимости, чей вы гражданин. Я не являюсь гражданином России. Все равно, живете здесь, едите здесь, семья здесь, все. Президент издал указ, все, точка. Ну, больше ничего. Президент издал указ, не для меня. Что вы за мужики такие? Я понимаю, но я не гражданин России. Это никого уже не интересует. Здесь живете, значит, уже почти гражданин. А если я не пойду служить, что вы сделаете? По закону будем действовать.